Горы мусора, исписанные фасады и потерявшиеся под снегом тротуары – бессменная картина в одном из дворов на улице Попанина. Как сообщают местные жители, здесь управляющие компании вообще не реагируют на жалобы жильцов и указания администрации округа. Очередной рейд по проверке работы коммунальщиков закончился взысканием в адрес обслуживающих организаций, в ведомстве которых дома 22, 24 и 26 по улице Попанина. С парадной стороны этих домов некогда был тротуар. Ныне он утоплен в куче снега. Обход этих зданий по двору безопасностью не отличается. Лед и ухабы. К своим подъездам жильцы пробираются тоже с опаской. Некогда натянутая оградительная лента, видимо, призвана защитить от схода наледи с крыш. Это вообще проблема давно. Тротуары вот со стороны главных фасадов домов вот этих на улице Попанина не чистятся, хотя там пешеходная зона, там проходят люди. И что еще немаловажно, при очистке кровель туда скидывается вся наледь, снежное образование, которое счищается с кровель, и все так и остается. У нас организации по этому поводу неоднократно привлекались. До 31 марта управляющую организацию обязали устранить несанкционированные надписи на фасадах домов и произвести окраску. А ВОЗ и ныне там. Бездействие управляшки рассматривается как длительное правонарушение. В итоге административная ответственность.